Здравствуйте, дорогие друзья, Вишня и футболеры. В составе команды Вишня: Гельмидов Тимур, Дарий, Сергей, Сухинин Андрей, Галущенко Андрей, Ющенко Андрей, Пустоселов, Евгений, Сердюк Юрий, Садниченко Леонид и Береговенко Максим. В составе команды футболеров: Дайра Беков Артем, Савя, Роман, Павленко, Владислав, Андрусенко, Александр, Сергеенко, Руслан, Сибенко, Сергей, Кульматицкий, Владимир, Рахомов, Дмитрий и Остапик Андрей. У нас, друзья, равное количество игроков у одной и другой команды. Не так жарко сегодня, как вчера. Я думаю, что более благоприятная погода для футбола. Да и... Штрафной сотрибун, потом угловой, потом я сюда вышел, что-то там остается. Дарья отыграл на Сухинин Андрей. Ошибается Андрей Сухинин. Тут же Кульматицкий едва ли не воспользовался этим. Сегодня Гельмедов Тимур на воротах. Постоянно как-то дозирует матчи голкиперы команды Вишни. Их три, все время разные. Каждый тур как-то так не совпадает, что несколько игр подряд стоит кто-то один. Дэри отыграл на Сухинина Андрей. Дэрин обстучался с... Сергеенко Руслан, ну почти что отобрал этот мяч. Андрей Галущенко, да, в этом сезоне он уже три игры, как я понимаю, сыграл с пяти туров. Мне кажется, очень хорошо дополняет команду и, в принципе, улучшает качество игры команды Вишня, хоть и физически, наверное, не в самой топовой своей форме. Дэри отыграл на Андрея Галущенко. Снова Дэри. Галущенко. Минимальный такой стык, но он, видимо, неприятный для Андрея Галущенко. Снова Дэри. Сухинин. Ставит корпус Андрей. Цыбенко удается все же остановить Андрея. Матицкий. Сергеенко отыграл на Цыбенко. Снова Кульматицкий. Андрусенко. О, перевод направо, обстучались они вместе с Цыбенко. Цыбенко дальше, шире на Сергеенко. Руслан на центр, на Андрусенко. Ну и вот так подчищает в этой ситуации 14 номер команды Вишня. Береговенко Максим. Уже и он в поле вышел. Дэри. Береговенко. Матицкий переводит по диагонали на Сергеенко. Руслан достает эту передачу, но ударить тут некому. Галущенко. Пустоселов. Береговенко. Цыбенко Сергей с мячом в центре отыгрывает на Кульматицкого. Тут дальше переводил на Андрусенко. Снова Цыбенко. Рассчитывал Сергей на поддержку слева, а игрок все же выпал из этой комбинации. Дэри.
Дэри Сергей, нога Лусенко. Снова Дэри, ошибка, друзья. От Галученко Андрей. На ровном месте потеряли мяч. Цыбенко играет на Пыльматицкого. Андрусенко снова на Цыбенко. Касание Владимир Пыльматицкого. На Цыбенко. Ну и угловой. Заработали футболеры. Галущенко. Сергеенко. Последний. Очень опасно это смотрелось. Дери. Дери, Сергей. Бриговенко. Снова Дери. Обстучался с восьмым номером Вишни. Юрченко. Часто путаю я, на самом деле, Сергеенко и Бриговенко. Прошу прощения, потому что похожи статурой своей. И не всегда удается посмотреть на номер. От этого, конечно, бывает и путанина. Цыбенко. Сергей переводит на Кульматицкого. Достает эту передачу Остапик. Дыре. Сотниченко переводит на Сергея. Юрченко. Лишает пространство сейчас футболер. Это главная их задача. Не дать получить удовольствие от футбола, а создать свою игру. Нарабеков. Цыбенко. Сергей сильно пробивает с носка. Гельмедов парирует. Сейв делает. Тимур. Еще один пробный удар от Владимира Пыльматицкого. Не точно. Юрченко. Бегаренко. Прекрасный шанс был только что у Вишни реализовывать свой первый мяч. Я напомню, что 0-0 у нас на табло, хотя минут-то мы уже немало сыграли, 7. Ну и немного, так сказать. Пыльматицкий играет на Цыбенко. Дери. Через центр ускоряется Сергей Дери. Не отдал здесь пас Дери. Нужно возвращаться сейчас всей команде. Нахомов сбрасывал на Пыльматицкого. Чересчур сильная передача. Вот с этими закрытыми зонами Вишня не может сыграть на свой контрольный футбол. Открытый. Ну и, конечно, это влияет на ситуацию. Цыбенко. Открывается Рахомов. Ударная позиция. Мог забивать только что. Каргас ворот выручает сейчас Вишню. Вот первый серьезный звоночек на то, что все-таки понемногу не так все хорошо. И Вишню нужно как-то переключать стиль игры сейчас свой. Иначе будет, конечно, забитый от футболеров. Они как-то ближе к этому этапу. Да, было пару проходов через центр за счет индивидуальной игры.
но прицепить команде футболеров удалось. Команду Вишни. Дерри. Дарабеков вручает. Не смог подобрать мяч. Сабенко Сергея. Галущенко. Григоренко. Кульматицкий. Себенко. Снова переводит на Кульматицкого. Андрусенко. Вот так Себенко Сергей комфортно с мячом стоит, перекатывает. И три игрока не перекрывает зону, а Паста прошел. Себенко. Ахомов старался достать эту передачу. Гельмедова, Тимур, Пустоселов Евгений. Пустоселов пробирается, удар заблокирован. Хорошо здесь защитник команды желтых. Но есть аут для Вишни. Пустоселов, Калущенко. Вот так едва ли затылком не сбивает этот мяч Береговенко. Максим, не знаю, рассчитывал на это или нет. Получилось, в принципе, неплохо. И есть красивый забитый мяч от Кульматицкого Владимира. А Цыбенко отдал голевую передачу. Симпатичный гол. Я думаю, что можно записать на попадание в топ. Там как-то отдав за немного, наверное, все же растерялся. Минута. 13-14. Ты можешь собраться? Дерри. Убегай, выйди. Галущенко. Снова Галущенко, сильный удар, да и Дайрабеков там руки-то выставил, мяч отскочил в ноги и снова опять же с фиксацией удалось справиться уже со второй попытки. Сергеенко переводит налево, Рахомов, Дерри. Сухинин, Галущенко. Игра лично превратилась в обстрел в дальней дистанции. Это не так хорошо, мне кажется, для них самих. Сердюк на Сухинин. На. Андрусенко чисто отбирает мяч. Хорошо, далеко пробрасывает. Жестковато Андрей на самом деле фолил здесь. И как мы видим, Сухинин получает желтую карточку. Кульматицкий пробирается дальше, обыграв Сотниченко. Сильный удар, немножко мимо. Давай, давай, давай.
Плотниченко переводит на Дерри, Сергей. Цыпенко. Цыпенко. Есть отбор от Сухинина. Андрей переводит на Дерия. Дерри дальше на Андрея. Ну, пас от спину немножко от Сергея Дерия. Хорошее креативное решение от Андрея Сухинина. Остапик. Руслан Сергеенко. Цыпенко. Сытниченко. Дерри. Сухинин на Сытниченко. Остапик отыграл на Цыпенко. Сергеенко снова играет на Цыпенко. Остапик хорошо справляется, вот так обыграв. Дальше побирается. Очень легок в ногах этот футболист. Может обыграть в любой момент. Легко. Очень непринужденно. Дерри отыграл на Сытниченко. Гельмедов. Сердюк. Старался там Остапик отобрать мяч всеми возможными способами. Ну вот такой выход из-под прессинга Дерри. Ювченко, нет, не достает немного до мяча. Сергеенко. Сергеенко, Сергей пробирается, играет на Руслана Сергеенко. Тот бьет в упор. Цыпенко. Ну, едва ли свои ворота Дерри так вот не переправил. Видно, что падает духом. Идей мало сейчас для того, как развивать свои атаки. Вроде бы две четверки, но не понимает, как двигаться по полю Вишня. Лишили ее пространства. Из-за духа не к лицу красным. Едва ли на ровном месте не доигрались только что Цыпенко и Дарабеков. Остапик. Беренко. Есть перехват от Береговенко. Максим забрасывает от Сухинина. Прошу прощения, Галушин. Андрей Галушенко. Береговенко. Дерри сразу вперед. Гельмедов в каком-то брейк-денсе только что просто отобрал этот мяч. Галушенко, Андрей.
Просто на вынос вынуждены Вишня играть сейчас. Остапик. Совсем ничего, остается до свистка. Конца первого тайма, Дерри. Один-ноль. Мы идем на перерыв, футболеры выигрывают. Игорь, Саша в помощь, что-то приедет? Есть отбор от Дерри, Сергей перед воротами. Два таких вот рикошета, которые позволили мячу вылететь за пределы ворот, а не в ворота. Сухинин. Дерри. Снова Сухинин, дальний удар, и Дайрабеков над воротами переводит. Сергеенко. Кузьматиц в касании играл на Цыбенко, не точно. Гельмедов. Вот в никуда. Навес. Цыбенко Сергей. Гельмедов играет на Ювченко. Ювченко. Его правее на Сердюка. Дерри. Сухинин. Ювченко. Снова на Сухинина. Сердюк на Дерри. Меня.
Сердюк. Сухинин. Дерри, будет сброс или нет? Пытается раскачать, ищет свои возможности. Касание было голкипера, угловой, друзья. Береговенко. Матицкий перевел назад чуть-чуть. Цыбенко. Сергеенко Руслан. Опекает его там достаточно близко. Сердюк. Сухинин Андрей. Ильмедов. Кульматицкий играет на Цыбенко. Сергей. Пол, пожалуйста. Отложенный? Да, да. Конечно. Рядом со стартом. Дарабеков. Дальний заброс. Гельмедов. Григоренко. Сотниченко. Играл в разрез туда. Коридор для Сергея Дерия. Мало пространства. Чуточку правильнее стали обороняться. Сейчас футболеры, и тут же трудности появились у Вишни. Ему очень сложно находить свободное пространство. Повторюсь. Будут ли подключать пятого? Вот в чем, наверное, главный вопрос при таком-то счете. Матицкий прибыть на Сергеенко. Береговенко. Леонид. Сам вот так пошел. Пустасий Улав. Береговенко. Снова Береговенко на Дерри. Хороший уход в центр. Заблокировали все равно удар успешно. Сейчас футболеры. На смену Сергей пошел. Галущенко. Удар издалека. Небольшой рикошет. Не позволило это как-то заставить сомневаться в вратаря. Руками. Галущенко. Там уже идет. Есть отбор от футболеров. И открытая зона. Гельмедов на опережение сыграл и выбил мяч подальше. Цыбенко Сергей.
принимает этот мяч Хорматицкий. Будет в аут разыгрывать Вишня. Ниченко. Стасий Олаф. Сибенко. Гельмедов. Молодец, на высоте отстоял свое. Но тут же Цыбенко в отборе играет. Надежно. Галущенко. Перевел правее. Снова Андрей с мячом. Пытался этот проброс. Галущенко. Дерри. Хорошо, Дерри Сергей пробивает, немножко усыпил этой паузой и забивает мяч. Очень важно для Вишни. 1-1. 29-й. Как будто ждал своего выхода. Сергей Хорматицкий. Юрченко не принимает эту передачу. Береговенко. Юрченко. Все четыре игрока в линию стояли. Конечно, готовы были принимать любую передачу. Хорматицкий на Остапика. И вот так легко сейчас Остапик пробивает Гельмедова на дальнюю, в дальнюю штангу. Минута. Какая? Тридцатая. 2-1. Как тяжело находили этот мяч Вишня, и как легко удалось футболерам забить его, чуть-чуть переключившись. Переключив свое внимание, я бы даже так сказал. Остапик. Береговенко. Дерри. Ставит там корпус пятый номер. Сухинин Андрей. Такая пауза некая даже от Андрея Сухинина. Береговенко сыграл на Дерри, а Сергей. Сибенко под стопом. Перевод на Остапика. Если бы тут сброс сделал Остапик, конечно, мне кажется, было бы куда лучше. Открывался туда в центр как раз Сергей Цыбенко. Не удается попасть по мячу как следует. 19-му номеру футболера. И тут же заброс. Остапик перехватывает этот заброс, отыгрывает вправо. Быстрее! Тебенко на Кульматицкого и есть забитый мяч. Еще один
проспали здесь на вводе углового. Салатовый или синюю? Синюю. Синюю футболку можешь дать вообще. Впереди у нас Дниченко. Галущенко. Попробовал с левой ноги пробить. Перехватывает Дерри. 3 в 3 сейчас. Дниченко. Впереди у. Собенко отыграл Сергеенко. Хрюматицкий. Остапик переводит. Дальняя штанга открыта. Мог Руслан Сергеенко забивать. Отвлек Тимур вот этим движением вперед на мяч. Ну и концентрацию, мне кажется, все-таки потерял. Основной игрок футболеров. Сухинин. Делает ветер сейчас Андрей Сухинин. Григоренко переводит на Галущенко Андрей. Тут пришлось побороться с Дниченко Леониду. Выиграл он борьбу. Сухинин. Сухинин Андрей. Галущенко. Так тяжело это все, это пространство ищет команда Вишни. Конечно, понятное дело, что дорогого будет стоить ошибка каждая последующая вот на этих последних минутах. Галущенко. В последних 10 минутах там, или 8, сколько их там осталось. Берговенко пробивает Максим. Не удается Дайрабекову сделать сейв. Откуда появились? Вот в чем дело.
тайм-аут берут футболеры. Игорь, ты видел, какая туча идет? Молиться. Прошу прощения за то, что отвлекся. Есть у нас подозрение, что будет серьезный дождь и перемена погоды. Григоренко. Есть отбор от Максима Григоренко. Вроде пятого собрались подключать, как тут же. Точнее, сами от этого отказались. Григоренко играет на дыре. Сосёлов. Середиук. Опасно. Сейчас пусто на воротах. Кульматицкий. Устал по правой бровке, пробежал. Сил не осталось. Сцепиться, сохранить мяч. Григоренко на Пустосёлова. Не самое уверенное подключение от Вишни пятого, честно говоря, выглядит это не очень. Все, на дальнюю Кульматицкий играл, Цыбенко старался переправить, даже в подкате пришлось постелиться, этого было недостаточно. Юбченко. Ленко отыграл на Кульматицкого. Кульматицкий переводит на Андрусенко. Григоренко. На дыре. Но Григоренко, Сердюк. Подключением пятого, честно говоря, такое впечатление, что Бабпро ставят не за контроль мяча, а вот просто измотать присутствием одного лишнего игрока. Юбченко, Береговенко, Середюк, Дерри, сильный удар от Дерри. Ну, эти пятки, конечно, хорошо, да не очень. Цыбенко переводит на Кульматицкого. Сергеенко, слабый удар, снова опять же та же пятка. Галущенко простреливал как мог. Григоренко, не точно. Вот сейчас до Дерри дойдет передача, но там Кульматицкий на опережении чуточку помешал. Дерри. Сухинин. Борется Сухинин, Андрей. Пробирается Андрей Сухинин и забивает на морально-волевых этот мяч. Ну, сложно было поверить, что дальше он проберется, а он пробирается. Минута. Кульматицкий.
Остапик. Сухинин переводил на Галущенко. Григовенко Максим. 3-3, я напомню. Кульматицкий отыгрывает на Остапика. Коридор просто есть перед Сердюком, но он-то вратарь, он комфортно себя чувствует тоже в рамке ворот. Цыбенко. Ну и что, друзья, вот такая боевая ничья в этом пятом туре между Вишней и футболерами.